чаю. Мы ржавые листья на ржавых дубах, чуть ветер, чуть осень. И мы облетаем. Куда ж ты теперь, Петр Панфилович? В распоряжение ЦК. О, ни пуху, ни пера. Срывайтесь за ними, неситесь за ними. Брось, Красовский, надоело. Катитесь в полях, запивайте. Перетряхнули тут здорово. Да. Его тоже сняли. Выговор впаяли. Да. И секретаря горком вам теперь... Нового пришлют. Нового. Только в условиях Донбасса ему все равно не ужиться. Да. Интересно, кого же к нам теперь шлют? У кого? Поди интеллигента. Нет. Говорят, рабочий и копист. А, над нами идут трубачи молодые. Он только что с Дальнего Востока вернулся. Постой. Дальнего Востока. Да это не Примак ли? Что? Примак, конечно. Ты его знаешь? Да и ты его знаешь. Ну, наш же отсюда, Долгушевский Примак. Что ты? Примака ты еще в 20-м убили. Так кто же отца, а это сын Семен. Красовский, дай прикурить. Сынок Примака? Да не может быть. Все же сопляк, мальчишка. Ну, я его хорошо знаю, карьерист, загибщик. Он со мной у меня на Дальнем Востоке работал. Я из-за него чуть с Васей не поругался. С Васей? Степчикиным от комхоза? Что, раздумал прикуривать? А ты врешь не хуже, чем на Дальнем Востоке. Такое же трепло. Ну, не огорчайся, Фаебужинский. Случается. Кто это? Кто? Примак. А? Вот так котлета. Спишь? Вам на шахте засыпало, теперь спишь? Кажется, все тебе дал. Руголки просил, дал. Рештаки просил, дал. Спать всякий умеет. Берза! Товарищ Берза, проснитесь! Так работать нельзя. Либо будем спать, либо будем работать. Вот товарищ Щуб за тебя ночей не досыпает. Почему мне угля не додал? Разве я, товарищ Щуб, не хотел? Я тоже 5 суток не спал. Из шахты не вылазил. Снимай меня, не могу я с этим народом ничего сделать. Собственно, и план нам дали, Василий Иванович. Да? Химера. И вот профессор Бокин тоже человек что-то понимал. Ясно говорит, ну, больше 9 не вырубит. А Бензай 9 не дает. Чуп! Уйди, Оль, Бензай. Василий! О, черт. Красовский, объясни им. Ну, что тебе? Завтра бюро. Знаю. Завтра меня будут исключать из партии. Знаю. Ну, что ж ты молчишь? Ну вот что, Оля, я тебе должен сказать прямо. Ты как женщина мне близка. Но как член партии ты для меня не существуешь. Понятно? Лошадёв опять на тебя жаловался. А того ты отмениваешь. Занимаешься дурацкой критикой. Ты врешь, Чуб! Ты же знаешь, как я хочу настоящей работы. Ты... Ну, хватит. Я занят. Зайду попозже. Попозже.
Вы здесь новый секретарь? Да, я. Бери. Бери, говорю. Ты только не вздумай мне мораль читать. Я сама все понимаю. Они хотят меня из партии исключить. Я за себя не ручаюсь. Возьми, чтобы греха не случилось. Недавно ты в партии? Вроде так издалека подъезжать, секретарь. Если хочешь спросить, почему я член партии с 19-го года, боевая баба, до такой дури дошла, так прямо и спрашиваю. Ну, так прямо и спрашиваю. За Чубом давно замужем? Нет. Я за ним не замужем. Мы... Так. Замужем я была давно. Убила в шахте Лёшку моего. Потом побиралась по рудникам. В 18-м году пошла в партизанский отряд Соколова. Это какого? Петра Соколова? Помню, помню. Потом армия. Потом опять родные места. И встретился на большой дороге один человек. Чуб. Крепкий большевик, преданный. Уважал. Полюбила, а жизни не вышло. Все разложиться боялся. Интересно. Thank you.
Смотри, не заблудись. Не в первый раз. Чего ты орешь? Он видит, забурил, каждый поедет. А как же я проеду? Ну катись, здравствуйте, Василий Иванович. Здорово, что опять забурил? Да он забурил. Остановись. На Словской. Я здесь, Василий Иванович. Ну давай, взяли. Давай, вот, давай, ребята, давай, хозяин, давай, хозяин. Давай, давай, давай. Еще. Левое колесо заел. А вы еще раз. Дружнее взяли. Дружнее. Давай. Еще раз. Есть. А ну еще раз. Давай, еще. Давай. А ну еще раз. Еще раз. Товарищ рудоуправляющий, ну что вы свои руководящие силы надрываете? Это не твое дело. Вы бы лучше распорядились путя переслать. Путя переслать? Что вы понимаете в технике путя? Я все понимаю. Профессор горного института. Ну ладно, работай. А ну еще раз! Еще раз! Давай! Что с вами, Василий Иванович? А ну давай, делай! Остановись на том! А ну давай! Вы что ли? Да, дай вам! Пожалуйста! Держи! Семен, дальше! Разом! Разом! Пошла! Поехала! Давай дальше! Сердце? Да нет, ничего. Вы большой демократ, Чуб. Красовский! Пошли! Иду. Товарищ Красовский! Да, слушаю вас. А пути все-таки придется переслать. Красовский! В чем дело? Можно к вам?
Пожалуйста, заходьте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, кто вас возил цветы? Муж. Винсадовник. А вы кто будете? А я тут новый секретарь, примак. Очень приятно, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Доседайте, прошу. Спасибо, спасибо. Скажите, я могу видеть вашего мужа? Ой, а он вчера за все звецеля поехав. Да Буденовский. Как? Кто же его отпустил? Товарищ Стукалов с Буденовки его уговаривал, уговаривал. Вин и согласившись. Это вин самый. Муж? А як же ж. Вин у меня итальянец. Что? А як же ж. Вин у меня певец. Артист. Вот это севильский цирульник Фигаро. Шикарный. Я кухарка была у Багрова. Він театр держав у Києві. Ну, італьянці у нас пели. О, гугеноти. А барітон ногу зламав. Хто? А як же ж. А надстав він від своїх. Я за ним, за хворим. Ходила, ходила. Ой. Так барітон при мені і остався. А садовничать став. Ну, опять бросил. Еще ли, как можно? Каждый день зранку, как заверещить. Ну, так для себя. А почему все-таки уехал? Да тут в ушах нема чего робить. У Буденовки хотя огурцы сажают. Вы ему часто пишете? Каждый день. Так вот, когда будете писать, припишите от моего имени. Пусть поскорее приезжает. Для него у нас найдется большая работа. Да, Вин, еще месяца два у Буденовки на огурцах пробудет. Так вот и хорошо. Как кончит с огурцами, пусть и приезжает. Я буду ждать его с большим нетерпением. Так и напишите. Нетерпение? Что у нас дальше? Утверждение протокола. Вы, Лужинский, давай. Партийный комитет второй шахты постановил объявить строгий выговор за недисциплинированность. За что? Недисциплинированность. Кускову, Трощенко, Кринкину, Мухидинову, Топикову, Дергачу. Исключить из рядов партии Бойченко Павла, Крепильщика, члена партии с 32 года, как зло с латыни. Погоди, погоди. Ты что, акафист считаешь? Как злостно отлынивающего от парт учебы. Радько, рабочего поверхности, кандидата партии, как балласт. Бобылеву Ольгу работает в коммунхозе, член партии 19-го года, как разложенку. Бобылеву Матвея, забойщика, кандидата партии с 33-го года, как балласт. Просим бюро горкома утвердить, у кого есть возражения. Возражений нет. Денисов, дай мне слово. Погоди, погоди, Ольга Бобылева. Ну а сколько всего? 10. Да нет, сколько всего коммунистов в организации? Если считать исключаемых, это так, ну, человек 50, вот так. Я прошу дать... Ну, погоди, Бобылёва, погоди. А что, товарищ Павлушинский, утверждали на пленуме или только на бюро? Часть провернули, а часть не успели. У вас есть возражения? Да нет. А что этот Рудько, брюнет или блондин? Не понимаю. Ну, какого цвета волосы у человека? Волос? Никогда не замечал. Ну, а характер, верно, заметил. Веселый или мрачный? Я вас не понимаю. Мне кажется, товарищ Примак спрашивает, знаешь ли ты людей, которых исключаешь. Ладно, а присутствующих? Бобылеву за что? Я прошу дать погоди, мне слово. Погоди, погоди, погоди. Кто хочет высказаться? Дай мне. Я хочу. Кто такая? Бобылева. Типичная разложенка. Если мы ее не исключили давным-давно, то только лишь потому, что прошляпили. Вот. Вот где у всех она у нас сидит. Всем досадила. Даже Василий Иванович, этот всеми нами уважаемый, безупречный подчиненный. Кто такой Василий Иванович? Это товарищ Чуб. Даже он не знает, куда от нее податься. Недисциплинированно. Треплется почем зря. При беспартийных, пропартийцы, такое может бухнуть, ну, прямо душа с тебя вон. С работы все время просит. С
все пороги поотбивал. У кого работает? Да у меня работает. Скучно ей, видите ли. Ну, а если у нас наберется какой-нибудь серьезный вопрос, так она или хихоньки-хахоньки делает, или прям против линии партии. Против тебя, шляпа. А ты не линии партии. Ну, вот, пожалуйста. Вот. Много на тебя не бери. Ну, Лошадев, ты кончил? Дай слово. Кончил. Давай, Василий Иванович. Об Ольге Бобылевой, о близком мне человеке, говорить, товарищи, мне трудно, тяжело. Но долг коммуниста заставляет меня сказать. Как член партии она для меня больше не существует. Занимается ненужной, я бы сказал, вредной критикой ряда руководящих товарищей и этим дискредитирует работу нашей партийной организации. Все. Денисов, дай мне слово. Погоди, Бабулева, тебя вызывали на бюро? Нет. Мы ее вызывали. Нет, не вызывали. А как не вызывали, товарищ? Порядку, товарищ Фрюзинский. Кто еще хочет слово? Дай я скажу, Денис. Давай, Белза. Ольгу Бабулеву я знаю мало. И это плохо, товарищ. Очень плохо. Неправильно это, когда один коммунист не знает другого своего товарища-коммуниста, с которым работает бок о бок в одной и той же организации. Но если я плохо знаю Ольгу Бобылеву, то хорошо знаю ее брата, Матвея Бобылева, с которым работаю на одной шахте. Его тоже секретарь засчитал как балласт. А ведь ты, товарищ Пайвужинский, первый должен был знать, что Матвей замечательный забойщик, и лучший ударник на шахте. Ну, вечно одно и то же надоело. Товарищи, нельзя ли ближе к делу? Да я о деле, секретарь, о деле. Вот ты предлагаешь Матвея исключить. Правильно. Как коммунист он молодой. И, может, еще не проявил себя. А чем ты ему помог? Ведь с кандидатами-то работать надо. А у нас собрания бывают редко. С партучевой дело из рук вон плохо. Товарищ Денисов, я протестую. Нельзя же так безответственно. Ну, погоди, погоди, Кривужинский, погоди. Ладно, ладно, ну я кончу. Кто еще хочет высказаться? По-моему, товарищ Белза сказал правильно. Прекращай прения, Денис. Товарищи, есть предложение прения прекратить. Возражений нет? Нет. У меня есть предложение, товарищи. Сейчас протоколов не утверждать. И поставить на вид бюро парткома. Легкомысленное отношение к вопросам исключения. Большое спасибо. И отсутствие воспитательной работы вот среди коммунистов. Правильно. Кто за это предложение, товарищи? А вопрос о Бабылевой? Это входит в предложение товарища Дениса. Кто за это предложение, товарищи, голосую? Кто против? Ну так и запиши, при одном воздержавшемся. Что у нас там в текущих делах? Переселение в соцгород. Ну, пойдем, товарищ. Куда? В соцгород. А, сейчас машинку вызову. Гараж? Зачем машину? Так, ну, пешком, товарищи, пешком. Проделаем ту же самую дорогу, по которой будет ходить шахтер. Два раза в день на работу и обратно. Так там грязь. Правильно. Пойдем, товарищ. Пойдем, посмотрим. Что это, серьезно? Что это такое? Пойдем, товарищ. Ха, какой ты демократ, товарищ Примак. Черти кусты насадили, что ли? Пойдем, мой, обратно. Черт с ним, пойдем обратно. А то сядем. Ну, давай сядем.
Постойте, товарищ. Кто это поет? Да это Бабылевская. Невеста Бабылева. Галя откачет. Прекрасный голос, хороший голос. Малахольный. Замечательный голос. А? Может, мы хоть и на ходу, но все-таки по повестке поговорим? Нет. Мы поговорим не по повестке, а по душам. Пойдем, товарищ. Работы здесь, товарищи, хватит. Да. А как у тебя насчет напора? Что? Вода в четвертом этаже будет? Должна быть. Должна. Дай ему там квартирку. Правильно. Ладно. Слышь, Ефим, вот это я понимаю требования, а? Мало ему там всякие ванны, души. Нет, ты ему в окошко. Пейзажик подавай, а? Ну что, вот это я не... Ефим, не понимаешь? Вот коммунальная щедрость. А? Не знаешь, на какой камень прыгать. Действительно. Не смущайтесь, товарищ. Представьте себе, что вы идете из соцгорода на шахту, а вечером будете топать обратно. Вот проведем трамвай, тогда и поедет. Да переселять вы хотели сегодня, а трамвай когда? Так, Саш, прямо, мы только начали. Так как же решим, а? Переезд в соцгород отложим. Отложим. До трамвая. Вот тут ты не проведешь. Ну а что ж, голосуй. Кто за? Выходит против двух голосов. Так, Чуб. Ну что ж, пошли дальше. Пошли. Да. Первый раз не по хозяину вышло. Вот так котлета. Удивительно, как волнуется. Мне кажется, что опять наступил тот страшный, но счастливый день, когда маэстро Валеро подвел меня за руку к правой кулисе и шепнул: «Да поможет тебе Санта Мария. Этот человек, этот примак, меня очень интересует». Ой, и чого він тут тільки не наробив? Люди стали як стяжені. Тільки і шукають, чого б є що вистроїти або перекрасити. Ольгу Бабильову з контори зняв і за комунхоза назначив. А Сьовку Лошадьова зовсім вигнав.
Ти сподивився, як Стьопка бігав по долгушам. Та кричав, що без нього вся совєтська власть пропаде. А я... Що там таке? Чого там, а? Ой! Это вы что делаете, а? Ого! Сакраменто, Эрбакко, милиционер, держи, держи, держи. Да воно ж спорчено, воно ж не стреляє. Та лише нікому не є. Ой, батько. Ти вже розвалює. Обломали? Все цветы обломали. А? Невже ж и лилиум кандиду? И лилиум кандиду. Ой. И роза ругоза. Ой, никуда я не пойду. Ну, что ты? Ты не волнуйся. Ну нельзя ж так, Петро Цезаревич, нельзя ж. Ну забрались у сад хулиганы. Что с того? Ну спокойно. Ну коханый. Ну, коханий, ну, спокой. Вот так, вот так. Ну, что? Ну, вот. А сейчас чай будем. А стопки есть? А тут у меня маловато, ну, да главный чай. А мы колбасы купили. Давайте я устрою. Да я поставлю. Воду-то из графина, да? Войдите. Здравствуйте, товарищ. Спасибо, Болев, я по делу. Знакомься, Семен Петрович, это братья. Иван. А это Матвей. Верно. Здорово. Петя. Братья у тебя как на подбор. Цветы? Да у вас что, торжество какое. Ага. У нее день рождения сегодня. Прости, не знал. Поздравляю. Я и сама не знала. Вы посидите у нас, у меня сейчас чай постелит. Ну, поздравляю. Ну да как, Белза, попьем чайку? Хорошо, давай попьем. А мы с ним тебя в шахте искали. Так а мы сегодня выходные. Не ладно у тебя там в шахте. А что? Пути так и не переслали? Куда там переслали? Как было, так и осталось. Что же это ты, Матвей, хорошее предложение сделаешь, а драться за него от тебя нет. Так что ли, да? Да товарищ секретарь, да... Да разве тут в одних путях дело? Ты что ему, товарищ Белза, не разъяснил? Разве мы так на собраниях воюем? Да он знает, все знает. Ты понимаешь? Ну вот, скажем, я вчера 15 тонн порубал. Ого. Что ого? Я-то норму перекрыл, а вся шахта? Вся-то шахта в прорыве. Да и не я один, у нас забойщики получше меня есть. А шахту из прорыва вытащить не можем. Вот, что я говорил, товарищ примар. Ни одно рабочее предложение не принимается. Так дальше руководить нельзя. Ты... Криком только думают взять. Одним криком. Росту человеку не дают. Очевидно, кто-то виноват. Ну, ясно. А кто по-твоему виноват? Кто, кто? Я. Ты говори, Мося не стесняется. Чуб, по-моему, виноват во всем. Чуб. Он других и себя мучает. Он себя дурьем окружил, дурье слушает. Чуб он шахты держит. Понятно? Тут не в одном плане дело, тут гораздо глубже. Только я вот сказать не умею. Товарищ Белка, а ты инженер, ты объясни. Да нет, я понимаю. Стаканов не хватает, тебе придется из кружки. Ладно. Сахару маловато. Погоди, Бабулева, у меня дома, кажется, конфеты есть. Погоди. Сейчас принесу. Правильно, мой. Я ведь ему тоже говорила. А он все только кричит. Ну, стена чего он не умеет. Ну, кто это такой вежливый? Войдите. Добрый вечер. Простите, пожалуйста, где живет товарищ Прима? Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. А вы опять Долгушар? Да, меня вызвал товарищ Примак. Ну вот и хорошо. Дел у нас много. Вы при...
сядьте, пожалуйста. Да, ну. Товарищ примак сейчас идет. Здравствуйте. Ну вот, угощайте. Вот это товарищ примак. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Петр Цезаревич, садовник. Весь Донбасс его знает. Ну что вы, что вы. Очень рад приветствовать вас в Долгушах. Вы у нас редкий гость. Приходится? Приходится не по своей воле. Здесь, товарищ примак, почва не та. Не та. Как вы сказали, в Долгушах плохая почва. Земля сухая. О, нет, Карамио, нет. Здесь речь идет о другой почве. Земля, ну что ж, земля, она бывает хуже, бывает лучше. Но хороший садовник, он не боится земли. Он зажает дерево или цветок. Он поливает сухую землю и выращивает дерево, как своего любимого ребенка. И дерево растет и тянется к солнцу. И сухая земля, возделанная заботливыми руками, становится колыбелью прекрасного растения. Ведь это же мелодия природы, это музыка. И человек, который царит в подземелье, в подземном царстве, человек, который проводит день в ночи, он особенно должен радоваться каждому дереву, каждому цветку. Его жилище должно быть оплетено цветами и травами. Правильно, товарищ Садов, правильно. Я много об этом говорил, но здесь этого не понимают. Да вы, Петр Цезаревич, поэт. Что вы, что вы. Я садовник, люблю свое дело. А что вы говорили насчет почвы? Ах да, я увлекся. Ну, как бы вам сказать. Видите ли, здесь нет почвы для того, чтобы возделывать почву. Вот правильно. Ну, а если так не будет? Вот он, шахтер Матвей Бобылев. Знаете, чем он порадовал свою сестру в день ее рождения? Смотрите. А где цветы? Ты куда делал цветы, а? Ой. Зачем же сюда? Вот, какая... Кто вам дал эти цветы? Кто? Как кто? Это вы? Вы сломали цветы, над которыми я трудился. Товарищ садовник, понимаете, сегодня день рождения, мы мимо шли, темно было. Варвар! Атилла! Петр Цезаревич! Петр Цезаревич! Ну, спасибо за подарок. Петр Цезаревич! Ну? Слыхал, как он про цветы рассказывал? Слыхал. Хорошо рассказывал. Ну, понимаю, товарищ примак. Все понимаю, ну. Красоты захотелось. L'amore come miello sa da sapevo so e te vo consolo l'amore come zucchero l'amore come miello. Ah, товарищ примак. Buongiorno. Прошу, прошу. Здравствуйте, товарищ примак. Здравствуйте, Петр Цезаревич. Здравствуйте. Мотя. А? Мотенька. Мы придем завтра. Ты ж будешь знаменитой артисткой на весь Донбасс. Я? Нет, я. Ну и пусть сам. Я не хочу. Сиди. Мотя. Сиди. Пусти. Сиди. Пусти. Сиди. Пусти. Тихо.
Что? Тихо у вас тут все, кругом. А, да. Птички поют. А, да. Да. Я вас хотел давно спросить, да? Как начинается ария Вертера? А, ария Вертера? Это molto bene. Сейчас, как это? Uno, due, tre. Onore svegliatemi, e la lezza dell'amore. Вы давно не пели. 20 лет. Жаль, жаль. Вы могли бы нам помочь, да? Нашим молодым кадрам. Ну, мне пора. Адио. Петр Цезарь. Петр Цезарь. Меня нет дома. Нет дома. Его нет дома. Садовник тебе цветов простить не может. Постой. А ну давай. Чит моя песня в забое, словно ответ корене. Борется дело любое в нашей веселой стране. Там, где шумят океаны, синий сверкающий лед. Покровы, солнцу ведем корабли, нам покориться готовы самые недра земли. Поселок свободен, посты расставлены. Товарищи, сегодня для нашего города праздничный день. Сегодня сотни рабочих семей получили у нас новые, светлые, радостные дома. Так живем мы с вами сегодня, но не так было вчера. Век назад, тысячелетия. На протяжении всей истории человечества. Все ценности, существующие в мире, созданы руками рабочих. Нашими, рабочими руками воздвигнуты пирамиды в Древнем Египте, дворцы Венеции, московский Кремль и небоскребы Нью-Йорка. Но всегда, во все времена в созданных нами дворцах жили господа. А мы ютились в норах, пещерах, в жалких лачугах, да вот таких, как эти. И вот теперь на 1/6 земного шара в стране социализма мы говорим, да, в этих хижинах жили наши отцы и деды, но не живем мы с вами больше, и никогда, никогда не будут жить наши дети. И пусть смотрит пролетариат всего мира на наш сегодняшний праздник, пусть видит, как новые настоящие хозяева расправляются с остатками своего страшного прошлого. И на смену им, вот этим чудовищным хибаркам, мы воздвигаем для себя, впервые в истории, товарищи, для себя, новые социалистические дворцы,
социалистические города. И каждый из нас считает для себя огромным счастьем быть прорабом на этих великих работах. Мы непобедимы, товарищи! Непобедимы не только потому, что нас миллионы, но и потому, что строим мы по плану такого архитектора, который не собьется с правильной исторической дороги. Наш архитектор – это наша великая ленинско-сталинская большевистская партия! Василий Иванович, что делается, а? Красота какая. Ах, да, красота. Мистерия на Донбассе. Картина заслуженного деятеля Бродского. Выслуживается. Кто? Примак. Ольга Ивановна, ты что это сегодня такая красивая? А ты погоди. Слушай, Ольга, 10-го созываю бюро с активом. Тебе придется выступить. Расскажешь только начистую. Об обстановке, о людях, об отношении к людям. Ну, да там тебе виднее. Но ведь он хороший, товарищ Примак. Ты о Чубе? А ведь вокруг него насела всякая мразь. Красовский, Прибужинский. Ну, лошадев тут просто шляпа, дурак. Сама понимаешь, таким людям место не в партии во всяком случае. Я все скажу, товарищ Примак, все. Ну ладно, прощай. Да. Хотел забрать эту вещичку. Так именная, знаешь, неудобно. Неудобно здесь, Оль. Кончен базар, Чуб. Давай руку на прощение. Чуб, дуришь? Нет, я не дурю. С меня довольно. Конец, Вадим. Совсем. Да брось ты психовать. Хорошо бы нам в саду здесь выкопать пруд. Попробуем. В саду? А где этот сад? А мы вот здесь раскинем. Старый мир на Угушевском масштабе разрушен. Я признаю недооценку творческих сил пролетариата, которая привела меня, не веря в построение социализма в одной стране. Что это? Цитата. Цитата из моего покаянного заявления.
4 года прошло, а я его наизусть, как стихи, помню. Неверие построения социализма в одной стране. Ай-яй-яй. А теперь веришь? Слушай, красавец, откуда ты взял? Откуда тебя принесло? Откуда взял? Видишь ли, Ефим, моя мать была необыкновенная женщина. Она не знала мужчин. Да-да. Я родился от непорочной девы и духа святаго. Аист взял меня в клюв и отнес на небо. Я там жил, стало скучно. Привет тебе от Лебедева. Лебедев? Я не знаю Лебедева. Какого Лебедева? А он тебя знает. Я не знаю Лебедева. Ну, довольно, Ефим. Я знаю все. Где ты был 22-го? Думаешь, не знаю? Все знаю. Знаю, что тебя высекли, как мальчишку. Знаю, что... Молчи. Ну, а что ты мог предъявить? Соцгород построили без уборных. Исключали пачками коммунистов, вызывали недовольство масс. А тебе что сказали? Мало. Блох ловите, дорогой товарищ. Давайте большие дела. Где план по объектных разрушениям, тебя спрашивали? А ты сослался на неожиданное смещение секретаря и на отсутствие средств. А тебе сказали? Денег нет, управляйтесь своими средствами. Слушай, Ефим, есть хозяева, которые платят. Деньги можешь получить у меня, у Красовского. Красовскому платят. Уйди, Красовский. У нас с тобой разные пути, я не возьму у тебя денег. Дурак, разные пути. У нас с тобой общие пути, общие цели. Бери. Бери. Как я рад. Как я рад, Красовский, что я не одинок. Нужна расписка. Без расписок, нужны дела. Ну, Красовский, я рад. Рад? Рад, рад. А я вот не рад, что мне приходится работать на вас. Да-да, на вас. Мне плевать на вашу политику и на ваши разногласия. Завтра вы победите, Красовский вам будет только мешать. Ну, Красовский, да, Красовский ланскнехт, Красовский работает за деньги. Ну, нет. Ой, лошадек, ой, того. Ой, котлета. Ой, компот. Ой, примак, ой. Кто примак? Ой, Фаевужинская. Ну, говори же, в чем дело? Ой, Ефим, нам с тобой обом лететь из партии сам слых... Говори. Понимаешь, Ефим, как меня по котелку стукнет, а потом слышу, как он, и говорю, какая, говорит, ты ночь красивая, Ольга Ивановна, она ему ха-ха-ха-ха-ха. А ты понимаешь, Ефим, он про меня тоже что-то говорил. Да я не расслышал. Что? Что еще? Еще что говорил? Что еще? Да, да говорил. Я... Да нет, не помню. Что забыл? Вот что, товарищ Примак. Вы у меня партийный билет отобрать хотите? Не так это просто, товарищ Примак. Мы еще посмотрим, кто у кого. Красовский, что делать? Что делать? Главное это не ждать, пока Примак первым нанесет удара. Примака нужно убрать. Лошадев, когда беру? Сейчас. Когда? 10-го. 10-го, отлично. 10-го ты выступишь против антипартийной линии Примака. Ты дискредитируешь его всеми средствами. Если этого будет мало, ты пускаешь в ход вот этот документик. Ты доказываешь, что Примак обманул партию. И обезоруженный Примак летит отсюда запачканным личным делом. Гениально. Ты же с первой.
Теперь главное, кто будет с вами. Как кто? Кто выступит за вас? Давайте посчитаем. Чубрас. Чубрас. Я два. Ты два. Выходев три. Я три. Красовская четыре. К сожалению, отпадаю. Беспартийный. Так, Денисов. Денисов. Нет, не будет. Четыре. Не будет. Федоров. Нет, Федоров. Тоже не будет. Да, не будет. Перестроили. Перестроили. Да. А Белза? Да не подходит. Да, не подходит Белза. Хромченко. Да, Хромченко сам с предупреждением. Да, с предупреждением. Да, ну-ка, давай сначала. Значит, я, ты два, Чуб три, Красовская отпадает. Да, что-то получается. Котлета? Сейчас. Пикус. Да не подходит Пикус. Да, исключен Пикус. Значит, Юра, ты два, Чуб три, Красовская. Ефим, звони Чубу. Зачем? Ты считал Чуба, а ты подумал о том, что Чуб может отказаться подписать. Как отказаться? Честный заезд. Звони Чубу. Звони Чубу. Что ты, Ефим? Возьми трубку. Алло. Алло. Коммутатор. Зачитали там кличкой? 48-й. Да. Василий Иванович, здравствуйте, Василий Иванович. Сейчас вам буду разговор. Здорово, Вася. Как ты поживаешь? Ты... Нет. Товарищ Чуб, мне бы очень хотелось, чтобы ты ко мне приехал. Нет, ну очень прошу тебя, если... Алло. 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 Повесил трубку. Алло? А Василий Иванович? Василий Иванович, Красовский? Да. Тебя. Слушаю вас, Василий Иванович. Как пропадаю? Я не пропадаю. Лес? Как, не прибыл лес? Да нет, я им говорил. 100 раз говорил. Вы не волнуйтесь, Василий Иванович, я все улажу. Я поеду, еду сейчас же. Хорошо, Василий Иванович. Лошадев, а? Челковская роща, по твоему ведомству. Челковская роща? Да и там теперь Примак с Бобылевой какой-то парк собирается разводить. Примак с Бобылевой? Ага. Парк? Да. Ага. Учитесь, Ефим, как от маленького щелчка валятся гиганты. Я заставлю Чуба остановить шаг. А виноватым будет Примак. Привет. Карлочка-то, боже мой, да куда ж стирки на купе? Свадьбу-то не каждый день справляем. Ой, ласточка моя, желаю счастья. Ой-ой-ой, что ж но это? Карпина Васильевна, вы очень влюблены были, когда замуж выходили. А як же? Я тоже. О, Карпина Васильевна. Когда мы в Шанхае сюда переехали, совсем другая жизнь пошла. Мы так весело вечера проводим. Даже в гости друг к другу ходить станем. А какую нам с мать и квартирку дали? Да. 2 комнаты, ванна, газовые плита, ну, словом, все удобства. Да мы заодно сегодня новоселье справляем. Вот. Спасибо. Вот. Спасибо. Гарпина Васильевна, так вы не забудьте, ровно в 5 и обязательно с Петром Цезаревичем. Я не знаю, Петр Цезаревич так занят, так занят. Он все сажает, Популюс Альбом, Топиния Рустика. Просто на моте сердится. Ну. Так вы передайте Петру Цезаревичу, если он сегодня не придет, я брошу заниматься пением. Ой, что вы, як же ж можно. Без вас за стол не сядь. Ну, добрый. Гарпина Васильевна, так не забудьте ровно в 5. Добрый. Добрый. Ровнее, Витя, ровнее, вот так. Ты не так. Вот смотри, вот так. Тетюля! И левее. Тетюля! Что, Сень, что-нибудь случилось? Чулковскую рощу рубит. Как Чулковскую рощу?
К вам можно, Семен Петрович? А, Матвей, входи, входи. Семен Петрович, у меня сегодня свадьба. Слыхал. Может, придете? Обязательно приду. А когда? В пять. Ладно. Поговорить хочешь? Да, про себя. Ну? Семен Петрович, из меня должно что-то получиться. Что такое? Я в себе чувствую большую силу. Так что, очень хорошо. Я думаю, тоже в артисты податься. Ну, почему в артисты? Ну, как же, товарищ? Ведь из Халки выйдет великая артистка, ну и... Так у нее знаешь. Что? А, пожалуй, тут талант нужен, а? Так ведь талант, талант я в себе и чувствую. Что я много чего знаю наизусть. Хотите, почитай. Черт тебя знает. А что? Валяй. Давай. Шекспир. Бушуй, неистовый ветер, беснуйся, надрывайся. Вы, молнии быстрые, как мысль, палите мою седую голову. Что вы, ребята? Кто распорядился? Как кто? Хозяин? Я распорядился. Зачем, говори? Я не собираюсь давать тебе отчеты, Бобылев. Видите ли, товарищ заведующий, этот участок принадлежит нам. Мы не получили крепежного... Под мою ответственностью. Немедленно распорядить прекратить рубку. Остановка шахт тоже будет под твою ответственность. И под ответственность Примака? Примака? Ну да. Останови работу. Товарищ Петров, прекратите рубку. Разжишь ты, Дон Хуан? Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу. Дай руку. Вот она. Ах, тяжело пожать тебе камень на его десницу. Пусти, пусти, пусти мне руку, я гибну. Кончено, вот, Донна Анна. Проваливается. Ну как? Да как тебе сказать? Не очень. Ну да. Ну что с него теперь делать-то? Может, я ошибаюсь? Вот если бы я был специалист такой большой вот по театру, как Боки, профессор по углю... Что Боки, 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 дурак Боки. Ну ты поосторожней. Боки все-таки профессор. Да тут не надо быть профессором. Я вот не профессор, а могу доказать, что... Вообще рубать можно в пять раз больше. Ну, покедова. Погоди, погоди, постой. Сядь. Только между нами. Я сам, знаешь, немного об этом профессоре сомневался. Ты понимаешь? Вот смотри. Ты кончаешь задолго до смены рубать, а шахты нормы по углю не выполняют. Что ж это? Талант или как? А что? Конечно.
А вы посмотрите, как у наших забойщиков уголь идет. Да, как? Он жиденькой струйкой идет. А при хорошей работе он же обильной струей идти должен. А почему? Да. Почему? А потому что они сразу кутки режут, они подбойку делают. Они стойки вплотную к груди забоя ставят. А если начать с подбойки, если между пластом и стойкой расстояние, ну, сантиметров 10 оставить, да. Понимаешь, что получается? Да. Не совсем. Непонятно. Ну, ты значит, вот смотри, ты под пластом щель узкую подрубил. Да. Кровля, она вплотную не закреплена, только здесь. Понятно? Да. Так она на пласт как надавит, так отожмет, тут только молотком легонько раз ударь, так уголь как хлынет глыбищами, тут держись только, профессор Боки. Понятно? Здорово! А ведь мне в голову не пришло. Так что это, талант? Талант, тут не с таланта начинать надо. Тут... А с чего, с чего? Ты поучи, мы не горды. Тут с людей начинать надо, тут люди не на своих местах стоят. Вот я, к примеру, я забойщик. А, ну ты, к примеру, крепильщик. Мое дело молотком рубать, а твое дело понимать. Постой! Лидия Васильевна, Денисова и Хромченко ко мне, только быстро! Ну, давай, давай. Молодец, Ольга Ивановна. Молодец. И все вздумали, а? Рощу срубать. Тем более, что лес уже привезли. Как, лес привезли? Я сейчас со станции. Сами не знают, чего у них есть, чего у них нет. Вот-вот, где левая, где правая. Ни черта не делают. Только руководят. Да как вы думаете, товарищи, может из этого что-нибудь получиться? Ты сам не понимаешь, что ты придумал. Получше твоего Шекспира будет. Семен Петрович, направляй меня порторгом на участок Бобылева. Смотри, не подкачай. Так решено, товарищи. Все ясно. Ну иди, Матвей, созывай бригаду. Есть, иду. До свидания, Семен Петрович. Ну, ни пуха, ни пера. Так, Семен Петрович, не забудьте ровно в 5. Нет, не забуду, что? Забыть такое дело разве можно? Мы и профессора не забудем. А, старик, здорово. Вот хорошо, что пришел. Ну, брат, придется нам с тобой подтянуться. Ты слыхал, что придумал Матвей Бобылев? Опять Бобылев? С лодырями возишься? А ты слыхал, что Бобылевская сестричка придумала? У меня шахты стоят без крепежного леса, она не дает рубить Челковскую рощу. Я требую прекратить ее самоуправство. Да погоди ты, Орось. А мне ждать некогда. Вот это и плохо, что тебе всегда некогда. Без перспективы работаешь. У меня перспектива одна, 20 тысяч тонн. Небогатая перспектива? Ну, партия знает, что требует. А если партия завтра потребует 40? А? Дают. А ты не сможешь дать. Потому что не хочешь давать больше того, что от тебя требуют. Ну, хватит, ближе к делу. Рощу я рубить тебе не дам. Не дашь? Прекрасно, я завтра шахты остановлю. Ответишь перед партией. О! Ты мне не угрожай. Я не угрожаю, а предупреждаю. Лес у тебя должен быть. А я говорю, не будет. Постой. Слушай. Мой тебе последний пока дружеский совет. Присмотрись хорошенько к людям, которым ты доверяешь. Ну, довольно, Примар. Я не мальчишка. Твоих нотаций слушать не желаю. Так, так, неплохо. Вставишь парочку цитат, и все в порядке. Алло. Слушаю. Товарищ Чубанет. Я Красовский, да. Петр Алексеевич. Здравствуйте, Петр Алексеевич. Что? Прибыл лес. Слушай, Петр Алексеевич, переотправь его Буденновскому рудоуправлению. Да-да. Нам не нужен лес, а мы им должны. Понял? Что ты, Красовский? Молчи. Понял. Ну, будь здоров. Братцы. Будь здоров. Люди, товарищи. Да что же это вы делаете, а? Я ничего слыхом не слыхал. Меня тут не было, братцы. Я домой. Я пойду. Пустите. Братцы, мне в баню надо идти. Молчи, дурак. Тихо. 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 Что-то разорался.
Мы на этом деле примака сварим. Чуб нам спасибо скажет. Наша возьмет, мы тебе председателем горсовета сделаем. Меня? Тебя. Горсоветом? Угу. Будешь на форде развести. Ну да. Угу. А что ж, я кандидатурка подходящая. Меня можно выбрать. Здравствуйте, Семенович. Ну ладно, товарищ примак, мы еще посмотрим. Остановить шахты? Василий Иванович, нельзя. А? Что типа будет? Мы решили дать бой примаку. Так. Вот темник для выступления. Да. Посмотрите. Нет. В рамках партии так не борется. Примак, по-моему, в Донбассе вреден, но он честный большевик. Честный? Да-да, и честно отстаивает свои ошибочные позиции. Честно? А это тоже честно, что примак сознательно дискредитирует тебя на каждом шагу. Что тебя перестали уважать. Что все смеются над тобой. Да, все до последнего лампоноса. Что тебя даже не спрашивают, когда что-нибудь предпринимается. Вот Бубылев затеял какой-то там производственный опыт. Только он пошел не к тебе, а к примаку. Больше того, ты даже ничего не знаешь об этом. Ведь не знаешь, не знаешь. Вы меня простите, Василий Иванович. Но мне стыдно вспомнить, что вас здесь когда-то называли хозяином. А мне тяжело видеть, как примак заваливает ему добычу. Он ему не дает рубить Челковскую рощу, и леса нет. Нет и не будет. О, да-да, Василий Иванович, не будет. А за срыв добычи, за человеческие жертвы будете отвечать вы. Вы? Хозяин? Красовский. Слушаю вас, Василий Иванович. Пиши телеграмму. Пиши. Обком КПБУ. Пятая капитальная. Первая, вторая бис остановлены. Запятая. Ну ладно, товарищ примак, мы еще посмотрим. Пиши остановлены. Иду запрещение примаком использовать ресурсы крепежного леса. Подпись моя. Точка. Жалко, Мотя. Ось вам цветок. Він зветься семейное счастье. Поздравляю. Большое спасибо. Поздравляю. Спасибо. Добрый день. Проходите, пожалуйста. Поздравляю. Ромео и Джульетта, опера. Мне? Это все? Да, вся. Спасибо. Одну минуточку, да? Надо бы их жениха поздравить. Гарпин Васильевна, формально. Только формально. Пожалуйста. Заявление? Да. От кандидата КПБУ Бобылева М. Прошу извинить меня в осуждении поступка, что я оборвал... Тут что-то я не понимаю. Оборвал цветы в саду товарища садовника, которые он растил с большой любовью и старанием, имея в виду красоту, которая нам всем нужна. Подпись Бобылёв Матвей. С подделом верно. Семён Примак. Прошу садиться, пожалуйста. Садиться. Прошу к столу. Заходите. Мамочка! Молодежь туда. Ой,
Ваше здоровье, пьем. Мамочки, родные, Матвей речь говорить будет. Не робей, тетя Мотя. Говорить я не обучен. Пересядь, жених, отдохни. Говорить я, говорю, не обучен. Товарищи, я хочу вспомнить, что было у нас в Долгушах полгода назад. Шкивы, ребята, крутились на копрах, как теперь. Уголек шел на гора, как теперь. Но эти люди, которые рубали уголь на совесть... Горько! Давай по существу, Мотя! Товарищ, подожди! Горько! Но эти люди, которые, говорю я, своими руками заработали свою жизнь, взять-то эту жизнь не умели. Вот что горько. Ну и вот партия взяла тебя за загривок. Так уж за загривок, а? Нет, так ведь это я образно. Ну, взяла тебя, значит, и сказала. Вот тебе жизнь. Бери ее. Вот тебе любовь. Уважай ее. Вот тебе человек. Береги его. Нужно иметь большое понимание к человеку, чтобы взять его и разглядеть, что у него в середке. Чтобы взять и увидеть, что он тоже болеет за общее дело. Позволь мне обнять тебя, товарищ примак, за себя, за Галку, за сеструху и за всех, кому ты поверил, и кто через это сам поверил в себя. Так говорится. Позволь мне обнять тебя, мой благородный Банко, прижавший к сердцу. Здоровья, товарища примака! Ура! 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 За бригаду Матвея Бобылева, за ее завтрашний успех! Ура! Спасибо, товарищ примак! Желаю вам удачи. О, почитай. Ну-ка, ну-ка, что там? Вот и дождались. Что такое? Товарищ Хромченко. В чем дело, товарищ? Шутишь? Шахту остановили. По техническим. А по каким таким техническим? Ну, теперь не вылезем. Теперь катиться и катиться. Вот тебе и раз. Стой! Почему шахту закрыли? Ты бы сеструху свою спросил, почему закрыли? Крепежного лесу нет, вот почему. А сеструха твоя... Держи! Крепежного лесу нет. Что ты, что ты? Да как крепежного леса нет? Ну да. Лес на станции. На станции?
На станции вчера прибыл. Пошли на станцию. Ну что ты стоишь? Пошли на станцию. Таковы, товарищи, краткие итоги и перспективы работы нашей партийной организации. Ну, на этом я, пожалуй, заканчиваю свое сообщение. А что касается опыта бригады Бабылева, то я надеюсь, что к концу заседания нам будет кое-что известно. Все. Начнем обсуждение, товарищи. Первым записался товарищ Файмужинский. Восемь. Владимир Ильич учил нас великой правде революции. Освобождая человечество от вековых навыков лицемерия, лжи, ханжества, подлости, зазнайства, мы, коммунисты, должны быть примером того, как человек сознательно сбрасывает с души эту грязь. С этой точки зрения мы особенно бдительны и неустанно проверяем свои ряды. Нет большего преступления, чем обман партии. Нет большего преступления, товарищ Примак. Распоряжение Красовского. Как Красовского? Конечно. Берешь Красовского. Останови и отпрашу. Понимаю, поймите. Человек и говорит, я украл гвоздь, все умиляются. Ах, какой он честный, как он исправился. Но никто не знает, что этот же человек, кроме того, убил мать, изнасиловал ребенка и сжег деревню. Да ты про что? А про то, товарищ Примак, что ты обманул партию. Тише, тише, товарищи. Товарищ Прибужинский, в порядке. Ну вот, пожалуйста. Замазывают, не дают говорить. Не дают клеветать. Примак отвел тебе глаза, и ты ослеп. А спроси у него, знал ли он, что коммунистка Ольга Бабылева покушалась на самоубийство? Да, знал. Знал и слил. Потому что сам же толкнул ее на самоубийство. Занятно. Занятно? Использовал бабу, да и в кусты. А ну давай, давай дальше. Да не давай, давай, я баба-то за револьвер. Просто и ясно. Соображение низких, недостойных коммуниста заигрывал перед братом Бабылевой. Замазал братца ротик, чтобы братец не болтал. Полегче, полегче, товарищ Лошадев. Чего полегче, полегче? Хватит! Хватит! Здесь тебе, Лошадев, не базар, а бюро партийного комитета. Сам знаю. А к тебе, Файмужинский, я давно приглядываюсь. Все думаю, дурак ты или прохвост? Вижу прохвост. Ну, знаете, это уж личности. А вот что ты, за личность, Лошадев, это ясно. Только нам в партии и дураков не надо. Правильно. Меня оскорбляют. А ты думал, тебя за это по головке погладят? Давай, давай, Никанор. Я хочу сказать вот что. Партия не нянька. Много мы чересчур нянькаемся. Я
товарищ по его женской, коммунист, хотя и недавно, а на моей памяти партия не раз тебя усаживала. Однажды, помнится, исключили тебя, а? Я реабилитирован. Меня восстановили. О, выходит, зря. Зря. Верно, верно, верно. Верно. Прошу слова для внеочередного заявления. Я только что приказал остановить шахту. А? Как остановил? Шахту остановил. Спокойно, спокойно, товарищ. Продолжай, Чуб. В шахте, возможно, завалы. Ай-яй-яй. А леса нет потому, что завкомунхозом Бобылева, ссылаясь на распоряжение примака, запретила рубить Чулковскую рощу. Я думаю, что из всей политики, которую проводит уважаемый Семен Петрович, Бюро городского партийного комитета сделает свои выводы. Занято? Когда освободиться, позвонить? Ты кончил, Чуб? Ах, нет? Ну, давай, давай. Я заявляю со всей ответственностью в том, что шахта стоит, виноват примак и только примак. Все. Все? Да. Нет, ты не все сказал, товарищ Чуб. Погодите, товарищи, неотложное дело. Веди собрание, Денисов. Дай ему слово, видишь, волнуется. Ну давай, Федоров, говори. Алло. Алло. Семен Петрович. Да-да, конечно. Ты же знаешь, где много глупостей делается, там очень умных людей искать надо. Правильно, не один. Да, знаем, есть конкретный материал. А насчет леса не беспокойся. Лес уже направили в шахту. Хорошо, хорошо. Привет. Что? Не вышло? Постой! Не торопись. Дай поглядеть на тебя. Вот ты какой! Эх, что же это ты? На кого руку поднимаешь? На народ? На народное счастье замахнулся. Я ненавижу вас, будьте вы прокляты с вашим счастьем. Пройдемте. Ишь, гад, а? Сколько яду накопил. Уничтожать таких беспощадно. Мы дали высказаться вот этим товарищам. Но они нам рассказали не все. Вот ты, например, Чуб, забыл рассказать собранию о том, как за твоей широкой спиной прятались классовые враги. Да, товарищи, классовые враги. Я коммунист, примак. Я не позволю... Ты перестал быть коммунистом. Перестал с тех пор, как потерял партийную бдительность. Лес на станции есть и был. Не может быть. Нет, был. Никакой надобности рубить рощу и останавливать шахты не существовало. Это не может быть. Где Красовский? Найди Красовский. Сейчас, Василий, сейчас я найду его. Ой, как лето. Сейчас шахты пущены. Нить вражеских дел начинает распутываться и будет распутана до конца. Значит, я не знал этого. Не знал.
Верите, что не знал? Да в том, что мы тебе поверим, Чу. Когда ты тот-то не веришь, и просто замазываешь. Веришь в силу и мощь рабочего класса. Партия тебя поправляла, а ты пошел против нее. Этого партия не позволит никому и никогда. Прошу слова для меня очередного заявления. Я мог ошибаться в отношении Семена Петровича, товарища Примака. И я готов за это ответить. Но, товарищи, сейчас не в этом дело. Сейчас наша священная обязанность разоблачить Чуба, который не мешал гражданину Файмужинскому готовить вредительские акты вместе с агентами иностранных контрразведок. Спокойно, товарищи, спокойно. Товарищи, спокойно. Есть предложение, товарищи. Чуба, Файмужинского, Лошадёва от работы отстранить. Дело передать в следственные органы. В НКВД! Голосуй, товарищ. Прошу опустить. Слово имеет товарищ Примак. Товарищи, мы должны извлечь из всего этого суровый и жестокий урок. Вспомним, чему нас учит товарищ Сталин. Нельзя утешать себя успехами. Нельзя утешать себя тем, что нас миллионы, а врагов и вредителей горсточка. Запомним раз и навсегда, что нам вредили, вредят и будут вредить. Это верно. А потому надо, чтобы везде, всюду, в каждой нашей шахте полнокровной жизнью жила большевистская организация. Билось большевистское сердце, действовал большевистский разум. Чтоб каждая наша шахта представляла из себя настоящую большевистскую цитадель. Правильно. Чтоб каждый гражданин Советского Союза, товарищ, каждый партийный и непартийный большевик, где бы он ни был, на работе ли, у себя дома, был зорким часовым. И тогда мы с вами увидим, какие новые, светлые, лучезарные страницы мы впишем в книгу наших успехов. И вот сейчас, в эту книгу, в этот список замечательных людей, замечательных героев, которых воспитала наша великая ленинская сталинская эпоха, сегодня вписывает свое, вчера еще никому неизвестное имя, Бобылев Матвей Иванович. За бой! Молодец. Галя. Галя, закройтесь. Горло запростудите. Нет, ты постой. Ну как? Здорово. Здорово. 120 будет. Ого! Кто сказал, что у меня нет таланта? Thank you.
растет наша страна. Растут города, растут заводы, растут сады. Но ничто не может сравниться с ростом наших людей. Не успеешь оглянуть, человек так вырос, что приходится голову задирать, глядя на него. И черт его знает, какую радость, какую гордость чувствуешь, любуясь человеком. Он вам какого вырастили. Семен Петрович! Матвей, ну как дела, Матвей? Можете вашему профессору посылать телеграмму. Мы его норму перекрыли раз в 20. Для начала.